Типа 4 часа стримить, это вообще уже... Хорошо. Короче, анекдотик. Заходит свежий этот динозавр в этот зоопарк. Его встречают охранники зоопарка и говорят: динозавр, а что ты сюда пришел? Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. И потопали вот в эту сторону. Мы почти добежали на самом деле. 100 блоков осталось. Если лаванды не будет, я... Или есть? Опа, там еще какая-то башня. О, стоп! Так, ребята, перекус он, перекус таксисточек. Говядина. Жарь. О, ты смотри, отвалите отсюда нафиг, выйдите. А, живот ловил, стоп. Ребята, посмотри. Да уйди, дай я посмотрю. Вот прикинь, стоит вот так вот повар. И готовит вот так вот с таким вот видом. Говяжья котлета. Вот нашел еще. Эдуардик, иди на улицу. Сюрприз. О, яйца можно жарить. Я бежал ради этого сюрприза. 7000 блоков. Яйца жарить можно. Не смотри, не смотри на лицо, не смотри. Давай, давай, давай. Эдуардик, бум! Рико, шаг, Эдуард, бум! Эдуард, хана тебе. Есть для вас сюрприз. Хана тебе, Мишка, хана тебе, Мишка. Нет, хана, где хана. Нога, нет! Я бежал 8000 блоков! Он бежал 8000. Последние слова! Меня буйвол столкнул! Хотите попробовать жареное яйцо кто-то? Да, да! Где, 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 где? Вот я скину 2 жареных яйца. Бифштекс, я просто на сковородку, понял, положил его и все. Вкусно. Реально жареное яйцо, прикинь, жареное. Подожди, пойдем булочки сделаем. Мы сейчас бургер зафигачим. Надо посмотреть, как бургер делается. Взорвал нафиг мне кухню всю. Получается лук, томат, хлеб, капуста. У нас, короче, нет томата, нет лука, нет капусты. Так бы мы с вами бургер. Прикинь, реальный ресторан потом забабахать можно. Хорошо, уф, хорошо. Уф, хорошо. Это мы выбрасываем. А, это шкафчики. Да ядрен батон, ты как... Ты кого к нам принес? Я, это... А, стоп, он в лодке нам навешал. Да, в лодке все это время был. Это ящички, я только сейчас понял. Не, яйцо это хорошо, но мне енота надо приручить. Так, переезжай. А, поохранять меня мне надо пописать, потому что я уже так терплю, вы бы знали кошмар. Хорошо. А, хорошо. Серый, дверь закрой. Все, не материтесь, а то знаю я чат. Хорошо. Это... Вот что ты натворил, теперь я тоже писать хочу. Не надо! Сейчас понял, у половины зрителей. Пойду отойду. О, давай этот, как обычно, стендап. Стендап. Давай шутку рассказывай. Не-не, ты расскажи. Расскажи, помнишь про того мужика, которого что-то там увезли, куда-то завезли, потом что-то произошло и трындын? Не помню. Ну расскажи. Я не знаю, о чем ты. Как так? Ну, я могу рассказать в целом, что я могу рассказать? Анекдот. Вот смотри, они сейчас пишут в чате мат, понял? Вот смотри. Это что за рэп был? А еще так можешь? Конечно могу. Что тебе сказать? Хочешь, я могу сказать вот это вот, смотри. Я ничего не понял, что ты сказал, но мне не нравится. Блин! Короче, анекдотик. Заходит свежий этот динозавр в этот зоопарк. Его встречают охранники зоопарка и говорят: динозавр, а что ты сюда пришел? А он им отвечает: в гости. Смешно, смешно, смешно. Ну вообще, ну согласись, вообще прям, ну, хохотушка хохотала хохотом. А ты знал, что если акуленка туруру скрестить с паровозиком тых-пых-дых, знаешь, что получится? Это получится мой самый страшный кошмар, я так понимаю. О! Убей его! Неопознанный объект! Хотя ладно, мы его опознали, все в порядке. Все в порядке. Оттуда... О!
Этот, Абдурахмед пришел. Абдурахмед у меня в руках же был. А как, а куда ты его спрятал? А, ты его все время в руках держал, ё-моё. Так, так что получится, если... Чё орёте? Если окуленка и тых-пых-дых? Я там йогурт ел, слышу, с другой комнаты, как вы орёте. Да тебя чуть не убили. Ага. Мы задефали. Мы тебя спасли. Спасибо, спасибо, ребята. Я знал, что вы мои защитники, спасибо огромное. Чё, мы реально вот... Не хватит. Чё, мы реально только втроём остались? Больше никто не прибегал? Банана нет? Никого нет? Ну да. Ну Бишке 8 тысяч блоков опять бежать. Ну Бишка прибежит, ему шмотки еще забирать надо. Точно. Все, потопали. Погнали. Так, там башня. Лавандовое поле показывает ту... Крипер! А, ну тоже... Так, это реально лаванда. Да? Лаванда! Крипер! Да пофиг на этого крип, тут слоны! А, нет, а буйволы. А вот все, мы уже в лавандовом поле, смотри, под картами. Лавандовое поле, ребята! Где оно, где оно, где оно, где оно? Мне кажется, вот сюда надо, да? Мне кажется, это оно и едет. Ну какое-то маленькое поле, если оно лавандовое. Вот оно лавандовое. Ну да. А-а-а, надо вот надо найти какое-то красивейшее место и фоточку сделать. Пока нифига не понятно. Это не лавандовое поле, это лавандовый лес. Писали бы адекватно. Не, ну дичь. Фу, кошмар, у меня мозг уже вообще не варит. Типа, о, дырка. Типа, 4 часа стримить, это вообще уже с ума можно сойти на самом деле. Дайте я последнее, вот это, пицелий. Короче, это засхамили нас. Это не поле, это лес лавандовый. А, вот. Сейчас рассвет. А рассвет с какой стороны у нас, ребята, кто помнит? Рассвет с какой стороны? Чё? А, я в муте. Что я сделал? Подожди! Алло! Господи, алло, слышим тебя! Что так и произошло? Так, слушай, ну я не знаю. Ну тут не очень красиво. Я думал, прям красиво будет. Можно лаванду собрать и дом посадить. Ребята, смотри. Что это? Корабль? Мы корабль нашли. Уже вижу. И вот такое, вот такое мы впервые нашли. Не, ну пшеничное поле как-то покрасивше выглядит на самом деле. Это не пшеница, это что-то другое. Это подсолнух, мне кажется, или... Нет, это не подсолнух, это... Написано, это ячмень. Ребятки, станьте как-то, чтобы мы сделали красивую фоточку, я выложил себе в группу, чтобы подписчики на вот это, на аватарке разбирали. Ну, не на аватарке, а на это, как это называется. А, да не толкайтесь. Вот так, рядом как-то становитесь. Домер чуть... Вот, да, вот так. Три богатыря просто. Ля красота просто! Ля красиво! А давайте еще в лаванде сфоткаемся, мужики! Как настоящие мужики в лаванде! Вот это хорошая идея! Только надо какое-то тоже красивое место найти. Можно там, где деревья на фоне будут. Не, я не могу найти что-то. Кажется, нашел. Где? Вот что-то вот здесь это. О, нормально. Вот, давайте вот здесь. И тут у нас кораблик еще будет. Вот так вот. Как-то. Подожди, вот здесь. Как-то. Да подожди ты со своим Абдурахмедом. Абдурахмед должен быть в кадре. Вот так вот. Абдурахмед. О, ты смотри направо, Домер. Направо. Чуть-чуть левее. Да. А ты, Херейт, налево развернись. Да. Вот, все хорошо? Да, хорошо. Уф, хорошо! Все, я скриншотики сделаю, потом в телегу выложу. Ну после что, корабль? Стрима. Да, давайте корабль. Посмотрим, что. И здесь еще. А здесь что за поле? Подожди, здесь тоже какое-то поле. А, подожди. Прикройте домофон, Ярик. Ярик, домофон! Хорошо. Слушай, у меня к тебе просьба. Давай вот пока он на это, к домофону отошел, сделай мне загон для Абдурахмеда, чтобы пока мы были на корабле. Загон для Абдурахмеда? Иди сюда. Сейчас все будет, смотри. Загон для Абдурахмеда. Правда, загон будет БУ, но ничего страшного. Главное, что Абдурахмед не убежит. Правильно. Это самое главное. Все. Отлично. Абдурахмед. Так вот, рассказываю. Что будет, если скрестить акуленка Туруруру и паровозик Тых-пых-дых? Что будет, да? Аку Тых-пых-дых. Что? Знаешь, мне как прикольно с этим паровозиком. Нет, будет подводная лодка. Паровозик тых-дых-дых. Не-не, паровозик тых-пых-дых. А мне можно не стараться, я просто могу сказать паровозик тыл-тыл-тыл. Не-не. Автору нет 13 дыр. Тыр-тыр-тыр. Раз, два, три. Тыр-тыр-тыр. Давай на маракасах сыграем, пока нет. На маракасах? Да. У тебя есть маракас? Подавай. А бэля чау, бэля чау, бэля чау, 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 бэля чита. I like burrito.
Абеля чау, беля чау, чау, чау. Абеля чау. Нормально ты играешь такой прям? Да, нормально вообще. Хорошая музыка, прям, ну, душевная, да, да, поле еще такое, знаешь? Да, мы вдвоем в озере купаемся. По пояс в воде маракасы. По пояс в воде маракасы. Ты слышишь, Абдурахмед там что-то подпевает? Да, Абдурахмед у меня умный. Умный Абдурбрыни. Абдурахмед? Абдурахмед, Абдурахмед. Абдурахмед? Смотри, там орёл. Орёл, это чайка. О, а расскажи скороговорку. Ехал грека через реку, видит грека в речке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. А я знаю вот эту, знаешь скороговорку? 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. Пока 33 корабля, что-то там... Да нет, давай дальше на маракасах. А, на маракасах? Давай, давай, ты поешь, я маракасы. Или давай вот так. Да нет, давай вдвоем на маракасах. Пум-п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 ум. Е, мы стоим по полю. Вдвоем. С нами Эдуард. Теперь настрою. Пум-пум-пум. Прям, ну, заигрались, а? Не хватает гитары, а тут есть гитара? Ты чё? Ты куда ушёл, Хрейд? Интересно, что? Гитары нет. А ты в курсе, что если поджечь воду, то будет, знаешь что? Что? Сейчас скажу. Кипяток. Так. Она не поджигается. Да. Ну, я могу исправить ситуацию, смотри. Ой-ой-ой. Всё, я тут, мужики. Чё, накупались? Буль-буль-буль! Я сделал джакузи! Буль-буль-буль! Либо это нормально, он пердит. Нормально, хорошо. Не-не-не, вы разобрались, не что это за трава здесь? Нет, мы тебя ждали. А, дождались.